Иван. Иван там. Иван тоже, да. Окей, thank you. Thank you. Чувак. Класс. Вот это чётенько. Братья, дайте пятёрку. Все в один день произошло, да? Ты, ты. Подписать, да, да, не пизди. Здрасти. Все нормально. Алло. Да, 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 все, класс. А меня слышно хорошо? Вы сказали, да, что? Да, так кажется, хорошо. Вы сказали, что пришло. Да, на ты мы перешли, на ты. Ваши думки, вы все, на чем это кинчим? Да, на ты, мы же на ты перешли, я забыл. Да, на ты. Да, да. Сейчас, подожди, пожалуйста. Дослуховуйся к твоей думке. А кто зараз прислухается? Яка твоя аудитория? Это вот какие-то люди, зацикленные на каком-то прогрессе, саморазвитии, на каких-то смелых решениях. Моя музыка достаточно резкая, местами даже... какая-то слишком резкая, слишком разная, очень, ну, в общем, непоследовательная. Поэтому, наверное, ее могут воспринимать те люди, которые, ну, осознанно хотят это делать. Вот, соответственно... Понял. А расскажи, пожалуйста, что ты... Да. Алло. Да, алло. А расскажи, пожалуйста, вот, что зараз за альбом ты записываешь в США? Який він буде? Это англоязычный альбом. Watch out, vehicle stopped on shoulder ahead. Ой, прости, пожалуйста. Это англоязычный альбом, который... Він англомовний? Да. Да, на самом деле, больше никаких особенностей. Все остальные особенности будут рассказывать сами треки про него. Угу. Могу сказать, что я поехал сюда только для того, чтобы язык подтянуть, чтобы самостоятельно писать тексты для альбома. Ну и потом, когда ты находишься вне Украины, тебе легче сосредоточиться на музыке, потому что в Киеве очень много дел, и там каких-то посторонних отвлекает тебя от твоей главной цели. Вот, поэтому мы поехали сюда и записываем здесь этот альбом. Сейчас пойдем наконец-то писать, блядь, класс. Вау. Короче, у меня возникла идея, сейчас я покажу этот самый сэмпл. У А-студио в треке SOS. А может мы поменяем, поменяем по-разному? Я вот начал чуть делать. Типа... Ну мне нравится целый. Ну, можем потом менять, можем потом как типа меня смену взять. Да, вот. Или ты помнишь, что я хотел? Ты говорил, что фанк какой-то надо сделать нам, да? Или что-то. Помнишь? Угу. Можем мы это сделать? Да, правда. Нормально вроде? Ну, нормально. Типа, как вариант. Де фаз, да. Херово, да? Не тот характер. Да. А туда, уже в другом каком-нибудь. Только так и делали. Вчера ж мы так делали. Мы так и делали. Вон Саша сделал, и, ну, типа... Это не то, чтобы верхушка. Понятно, что можно по-другому сделать. Но просто вариантов немного. Я тебя сейчас включу, попробуешь сам, поймешь. Ну, и оно и правда. Оно и правда. Может, с этим сэмплом, ну, типа, здесь уже в этой части нет. Я вообще думаю, может быть, куплет или припев будет раскачиваться долго, и потом парара, парабарабарабарарара, парабарабарабара, и потом хуяк, и все меняется. Начинаются аккорды, начинается вообще другое наполнение. То есть остается драм-секция, но там мы наиграем бас, там аккорды, может, гитару. И то есть этот сэмпл, он будет просто появляться на какой-то момент, отрабатывать вот как проигрыш, как какой-то такой кусок. И все. Потому что сложно строить на нем весь трек. Он очень маленький, коротенький и очень... Может, вообще его нахуй просто, и все. Кого? Ну, новую песню начнем. А вообще...
хрен его знает. Так, I love you. Понял? Я понял, как мы сделаем. Я сейчас пойду присужу по делу. У меня есть порыв, хочу поделать, хочу это использовать. Я тебе говорю, мне нужно поделать. Хочу поделать, хочу это использовать. Режим это хорошо, но, блин, надо. Надо посидеть за этой штукой. И потом я придумал просто мелодию. Я думаю, что она сработает. А ты антикопирушку снял? Давай начало, класс. You ain't hear nothing. Ты еще не, вы еще ничего не слышали. Подождите, подождите. Wait a minute, wait a minute. You ain't hear nothing. Wait a minute, wait a minute. You ain't heard nothing yet. You ain't heard nothing yet. Вы еще ничего не слышали. Давай, давай, давай. Так запишем сразу. Да. А че, какая? Срежем. Низ, низ срежем. Там какие-то на фоне еще инструменты слышно. Давай. Соло, паха. Запись пошла. Какие вы разные, пиздец. Прослушаешь и начинаешь чувствовать, да, это оно сидит, типа, и вот у тебя внутри появляется такое шевеление сразу, хуяк, вдохновение. Понятно. И этого не было до этого момента. По этой песне я только не поняла, что, блядь, с ней. Класс. Все, значит, все правильно сделали. Next time, only English, okay? No Russian. I'm English. Good with that. Yeah. I think guys... And don't let me... Don't, I think guys kind of hate you already for that. Yeah, I know. But they understand me as well. I hope so. It was nice to see you today. Thanks. Yeah, thanks for coming. See you soon. Yeah, see you soon. Thanks. Everybody. Yeah, bye. Bye. Bye, bro. Примерно это вот происходит. Поставь под хэд. Типа, не, ну, типа, сдвигай его так же, как и хэд свингует. И тогда, может быть, оно зазвучит. Найди хэд и поставь. Хэд правее вот так. Получается, вот, типа, у него будет такая же... Тут по-другому.
This our demo, we just not finished, we came up with the more or less understanding of it. It just the beat is killing. Just yesterday, yeah. You don't do music. I will do, or what? No, I'm saying, you say, how do you make money in LA? Most of the people, they leave music and they do real estate. That's real estate. If it's not LA, and if it's here. Well, every market is different. I think that, like, here in LA, the money in, like, music business is in writing songs for other people. You know, you gotta live here, it takes time, you gotta be here, you gotta move out here. Like, you have a career there, why would you want to move out here? I mean, unless you don't want to live there, and that's a different story, you know. Like, I had a career back in Israel, but I didn't want to live in Israel anymore, so I moved out here. So that's a different story, but otherwise, I mean, now you look into the camera, are you looking? No. You got to do, like, the thinking. No, I used to. I didn't think about it. Класс. А давай, знаешь, как сделаем? Давай сделаем вот так. Раз уж ты дай попробуй. Такие какие-то? Не закрывай так! Просто убавь и все. Просто убавь? А? Ты специально снимаешь? Я так не могу, чувак. Офигеть, офигенный сэмпл. Это будет песня про любовь, я понял. Про что? Про любовь. Ты. Отлично. Спасибо, чувак. Ты подыграл мне, чувак. Так, блядь, Ген, ты как бы снимаешь. 200. Ты 200. Да, раз я тебя проиграл, я буду заебывать. Да, чувак, ты так проиграл. Понимаешь, ты понимаешь? Я не слышу себя. Ты понимаешь? Ладно, пацаны, покажу я вам кое-что сейчас. На басу будете играть? Yeah. Внимание, мотор. Микрофон. Есть. Успеть надо. А. Не, подожди, блядь, ты проебал, я хотел А. А, поехали. А, ну давай, Сава, блядь, я так не могу войти. Мне хочется за так этого сделать. Это не могу, блядь. Ну пиздец, нахуй. Что за артисты пошли? Все, блядь, все, работает. Детектор.